Копенгаген сегодня – это приятный город с водными каналами, узкими улочками и старыми каменными домами. Копенгаген примечателен тем, что все еще сохранил легкий дух небольшой деревни. Пожалуй, одним из самых известных жителей Копенгагена является Ганс Христиан Андерсен – сказочник, чьи творения продолжают удивлять мир. Копенгаген – это город, который стоит у моря. В каналах города течет прозрачная морская вода, и летом плавают медузы, что свидетельствует о чистоте. В Копенгагене практически нет комаров. Город стоит на песчаном побережье, и свежий ветер приносит запах моря во все улицы и переулки. Посмотреть на город лучше всего со смотровой площадки на круглой башне. Петр I в свое время поднимался на крышу на лошадях. Вам придется идти пешком по спиральному пандусу. Подъемников в башне до сих пор нет. По дороге вы можете оценить масштаб сказки Андерсена. В Огниве глаза у одной из сторожевых собак были размером не просто с абстрактную башню, а именно с эту. С крыши открывается вид на тысячи дымоходов, чаек, баскетбольные площадки и даже кусок Швеции, если встать на цыпочки. А теперь вкратце о тех достопримечательностях, которые просто обязан увидеть любой турист. Городская ратуша. Стиль, в котором выполнено здание, очень характерен для Копенгагена. Ратуша построена из красного кирпича и возвышается более чем на 100 метров. Дворец Христианборг. Он представляет собой сооружение, выполненное из гранита и меди и расположенное на небольшом острове Слотсхолмен, который является в течение почти 800 лет центром политической власти Дании. Дворец Христианборг стоит на острове, называемом Дворцовый остров. Общая длина каналов, окружающих дворец, составляет около 2 километров. Через них перекинуто 8 мостов, соединяющих дворец с Копенгагеном. Сейчас во дворце Христианборг заседает Фолькетинг, местный парламент. Замок Росенборг. Он расположен в центре Копенгагена, на краю зеленого массива Конгенсхаве. Красивейший замок, построенный королем Христианом IV в стиле голландского ренессанса в 1606-1624 годах. Сегодня замок представляет собой музей, собравший в себе датскую королевскую хронологическую коллекцию, где представлены драгоценности короны и датской королевской регалии. Королевская библиотека. Она была построена в 1600-х годах и представляет собой самую крупную библиотеку Скандинавии. Королевский музей изящных искусств. Этот музей искусств самый крупный в Дании. Он содержит картины и скульптуры, ведущие свой отсчет с 13 века и по сегодняшний день. Новая глиптотека Карлсберга. Это художественный музей в Копенгагене, основанный в 19 веке ценителем искусства, пивным королем Карлом Якобсеном. В музее выставлены на обозрение произведения искусства различных эпох, от античного до современного. Знаменитая русалочка – статуя, которую желает видеть каждый, кто приезжает в Копенгаген. Она представляет собой бронзовую скульптуру, выполненную в человеческий рост, и считается самой популярной датчанкой. В 20 веке Копенгаген стал растущим и процветающим городом, самым крупным в Скандинавии. Сейчас на территории Большого Копенгагена проживает более 1 миллиона 800 тысяч человек. В нем расположено множество научных и финансовых центров. Поехав на отдых в Данию, вас там ждут и такие развлечения, как музей знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена в городе Оденсе на острове Фюн,
детский парк Леголенд, экскурсия в замок Кронборг, замок Гамлета, экскурсия в Роскилле, древнюю столицу викингов и многое другое. Несколько музеев Копенгагена, крупнейший из которых Национальный музей, получили всемирную известность благодаря богатым коллекциям и интересным выставкам. Другие музеи привлекают посетителей своей тематикой. Музей пива Карлсберг, музей эротики, музей табака. Так, например, на авторов программы неизгладимое впечатление произвели корпуса пивоваренного завода Карлсберг, где делают известные марки пива Карлсберг и Туборг. Издание музея пива Карлсберг. При внимательном рассмотрении оказывается, что в их оформлении использована свастика. Сегодня трудно сказать, был ли Карлсберг сын сторонником фашизма, здание построено в 30-40-е годы 20-го столетия, либо свастика имеет древнеиндийские корни. Но факт остается фактом. В Европе не так много мест, где присутствует свастика. В обязательном порядке стоит спуститься в самый молодой и хай-тековый метрополитен в мире. Он открыт в 2002 году. Сесть на переднее сиденье в поезде и осуществить свою детскую мечту, представляя себя машинистом. Поезда в копенгагенском метро управляются компьютерами, поэтому от тоннеля вас отделяет только лобовое стекло. Здесь чуть ли не самая эргономичная система метро в мире. Одна ветка, расходящаяся на станции Кристианхавн, в две. Большинство датчан, живущих в Копенгагене, говорит по-английски. Здесь много иностранцев – бизнесменов, туристов, студентов. Кроме того, хорошему английскому способствует то обстоятельство, что фильмы и телепрограммы, демонстрирующиеся в Дании, не дублируются, как в Европе, а снабжаются субтитрами. Прямо в центре города вы сможете пересечь самую прозрачную границу Евросоюза из существующих и попасть в хиппи-коммуну Христиания. Здесь не действуют законы Евросоюза. Вы оказываетесь в отлично сохранившейся атмосфере конца 60-х, на вечном празднике непослушания. Внуки цветов торгуют ароматизированными палочками, трубками, изделиями из бисера и футболками с воспевающими свободу лозунгами. Еще пару лет назад, точно так же, не таясь, прямо на уличных раскладках продавали гашиш. Потом полиция все-таки это пресекла. И гашишем теперь торгуют в прежних объемах, но из-под полы. В здешних пивных стоит непрозрачный и зеленый воздух. И концентрация людей в ямайских шапках на квадратный метр пространства крайне высока. Фотографировать тут запрещено. На каждом здании предупредительно зачеркнут красной линией фотоаппарат. Поэтому увидеть Кристианию можно только очутившись в ней. Сегодня Копенгаген – один из европейских центров искусства. Город со множеством разнообразных развлечений и исторических памятников. В городе находится крупнейшая в мире система пешеходных улиц – Строгет. Центром Копенгагена считается Ратушная площадь, которая часто становится центром политических, общественных и культурных событий. Здание ратуши построено в 1905 году, украшает позолоченная фигура епископа Апсалона, основателя Копенгагена.